Делегация Международного валютного фонда посетит нашу страну в период с января по февраль 2020 года. Это указано в заявлении правительства, опубликованном после встречи главы миссии МВФ в Молдове Рубена Таяна и премьер-министра Иона Кику. Согласно пресс-релизу, глава правительства высоко оценил важность поддержки МВФ для нашей страны и выразил открытость для определения новых путей расширения сотрудничества между Кабмином и МВФ посредством новых программ, а также проектов технической помощи. Официальные лица обменялись конструктивными мнениями о состоянии национальной экономики в настоящее время, о планах привлечения инвестиций в нашу страну, а также о перспективах роста ВВП. Глава миссии Рубен Атаян добавил, что МВФ готов продолжать оказывать поддержку республике в процессе осуществления реформ при условии, что правительство выполнит взятые обязательства, отметив, что МВФ ждет от исполнительной власти прогресса в осуществлении реформ в финансовом и фискальном секторе, а также в расследовании банковского мошенничества. Стороны также договорились о необходимых шагах по расширению программы Международного валютного фонда, срок действия которой истекает в марте 2020 года.